Как дела? Хорошо. Всем привет. Я вас нарисую. Пойдемте. Большое спасибо. Давай, как пожалуйста. Зовут? Элина. Дружба без травм, потому что хоккей для нас в первую очередь это здоровье, позитив и хорошее настроение. Вообще хоккей в России это как, наверное, футбол в Бразилии. Мы вот вчера тоже играли вечером в хоккей. Хоккей вообще делится на до игры и после. После игры обычно хоккеисты в раздевалке шутят, общаются. И вот вчера так мужики шутили. Они рассказывают друг другу, кто куда ходит, кто в футбол записался, кто в бассейн. И одного спрашивает, что-то тебя давно не видно. Он говорит, ничего, я каждый день играл и футбол, и хоккей, и баскетбол, и шахматы. Говорю, как, все в один день? Да, а что сейчас не играешь? Ну, играл, говорит, пока сын компьютер не сломал. Поэтому, дети, пожалуйста, если видите, что взрослые у вас сидят в компьютере или в социальных сетях, отнимайте телефон. Скажите, что вам дядя какой-то с хоккейного турнира разрешил. Вот, Ренат Газизов.